принять на себя такую тяжелую ношу. А что, если я не справлюсь? Драгона, не забывай, что у тебя есть я. И я твоя опора. Ты будешь прекрасной королевой. Я вознесу твое имя к небесам. И если обитатели неба захотят это оспорить, я сброшу их с небес. Ты прав. Пока ты со мной, мне нечего бояться. Отец, ваш король, к сожалению, умер. Он был болен, и знахари, к сожалению, не нашли лекарства. Теперь вашей королевой стала я, и я отменяю закон о том, чтобы ведьм, магов, колдунов и всех прочих сжигали на кострах. Ваше Величество, то есть, по-вашему, лошади должны жить с магией и демонами? Да. Ибо эти существа довольно мудры и порой могут защитить простых лошадей от многих бед. А вас, ваше величество, не смущает, что некоторые из них – это чистое зло? Что с ними будем делать? Тот, кто поддался соблазну убивать невинных, будет жестоко наказан. Ты быстро нашел меня. Горжусь своим старшим учеником. Королева Драгона, у меня приказ оберегать тебя. И я, кстати, голоден. И я ем трупы. Трупы? Фу! Это же мерзко! И где я возьму тебе трупы? Не буду же я свой народ убивать. Где у тебя кладбище ближайшее? Кладбище за замком. После сада с цветами. Со мной пойдешь. Мой обед будет быстрым. Знакомы? Нет, ваше величество. Но думаю, что мое предложение заинтересует вас. Говори, раз пришел. Что тебе нужно от меня? Ваше величество, с вами всегда есть такое ощущение, что рядом может быть кто-то еще? А что-то не так, разве? Странно я ощущаю себя. Меня оберегают свои невидимые силы. Значит, о вас не врали. И вы... Действительно, королева с демонами. Интересное название. Вас многие опасаются. Но есть и те, кто вами восхищается. А ты
Из какого числа? Я хочу стать вашим другом, ваше величество. Итак, я слушаю тебя. Ваше величество, я пришел просить вас о защите моего народа. А что не так с твоим народом? Наш король помутился разумом. Возможно, это какая-то болезнь. Лошади от его недомогания страдают. И как ты хочешь, чтобы я помогла вашему королю? Королю навряд ли можно помочь. Но вы же владычица темных сил. И говорите, что демоны могут помочь. Так обратитесь к ним. Пусть дадут совет. Какие металлы есть в ваших землях? От этого многое зависит. У нас есть золото, железо, серебра немного. Залежи меди мы еще пока не обнаружили. Хорошо. Ты получишь помощь. Но твои земли перейдут под мой контроль. Хорошо. Но что же будет с королем? Я думаю, ему можно помочь. Вернуть его в нормальное состояние. Отправляйся в свой дом. В твоей тени уже находится мой посол. Дарк, ты искал меня? Что-то случилось? Нет, любовь моя. Ничего такого не случилось. Но я посчитал, что пришло время тебя познакомить с моими учениками. Учениками? Я думала, Краймас — это твой единственный ученик? Нет, у меня их трое. С Краймасом Драгона ты уже знакома. Это нежить. Это еще один мой ученик. Соулс. А это Каин. Он вампир. Я королева Драгона. И я приветствую вас в своем королевстве. Уважаемые гости, прошу вас не пугаться.
так как сегодня у нас королева дракона и граф Дарк. Всем известно о том, что они правят вместе с темными силами, но не во вред, а во благо. Вы всегда мне нравились, Ваше Величество. Ваш свет подарил мне и открыл во мне такое чувство, как любовь. Я очень рада за вас. И очень давно знаю вас, Ваше Величество. Еще с тех времен, когда вы были маленькой девочкой. Я ждал и мечтал, что однажды вы окажетесь в моих объятиях. Я боюсь, должна вас разочаровать. Но я принадлежу графу Дарку. Ваше Величество Драгона, не делай этого. Он опасен и может убить даже тебя. Не думаю, что господину нужно будет марать копыта. Если вы попытаетесь навредить королеве-драгоне. О нет, я лишь с благородными намерениями. Я понимаю, какой силой владеет ваша королева, и не стал бы ей вредить. Ты не вздрогнул. Обычно, когда один из нас появляется, лошади боятся. Ты и раньше видел демонов? Скажем так, что я видел демонов. Могу тебя заверить, что я не хочу делать вашей королеве зла. Не нужно так переживать. Прошу тебя, просто поверь. Как прикажете, госпожа. А что насчет тебя? Не разочаруй меня и не тронь ее. И часто они себя так ведут? Я дорога Дарку, и он боится меня потерять. Он ведь клеймил тебя, не так ли? Откуда ты знаешь? Я спас много душ, которыми овладели демоны. Драгона, твой случай особенный, но я хочу тебе помочь. Ты Дарка не знаешь. Он сломает любого. Я тоже думала, что сильная, но нет. Насколько я помню, мы договаривались с тобой на танец, Драгона. Мы просто заговорились, и я забыла, прости. Музыка звучит хорошая, идем танцевать. О чем вы говорили с ним, Драгона? Расскажи мне. Он говорил, что хочет мне помочь. Он знает многое о демонах и о тебе. Драгона, я не понимаю. Ты хочешь избавиться от нашей связи? Я сама позволила тебе все это. Потому что люблю тебя. Мне сложно, Дарк. Я разрываюсь на части. От всего. В один миг. Мое нутро рвется к свету, в другой оно готово утопиться в твоей тьме. Убей меня, Дарк! Убей меня, прошу! Нет, не убью. Ты сама признала меня своим владыкой. А поэтому, Драгона, я приказываю тебе отдаться тьме.